Согласен. Поэт Сава Госкин. Браво! Браво! Здравствуйте. Хотел поблагодарить организаторов. Очень стильное место, классная публика. Все молодцы. Я начну без прелюдий. Утром кофе плохое, по-быстрому выпив, надевает кроссовки и галстук ловко. Он мечтает, чтобы был у него водитель, но пока что ползет на маршрутке в пробке. На коленях ноутбук, жирный завтрак в маке. Да, и кстати, работу он ненавидит, но преследует с детства простые страхи, что он будет просрочен и неликвиден. И поэтому надо домой пятерки, потому что надо, иначе дворник, а потом уже будут тебе девчонки. И штудировал алгебру в ночь упорно. На работе коллега одна, Маринка, как подумает ночью о ней, не спится. Он читает в обед ей легенды инков и про страны, куда улетают птицы. Она слушает вдумчиво. Интересно, вот же классный чувак, мне б с ним напиться. А он в офисе тухнет в рабочем кресле и мечтает купить ей квартиру в Ницце. Ну куда ему лезть-то к самой Маринке? Вот как будет на яхту, так к ней подкатит, а она все вылавливает чаинки и мечтает водить на озерах катер. Алкоголь, я скажу вам, ребята, вреден, но не будет нотаций, откройте уши. Иногда помогает он тем, кто беден и без спроса толкает друг другу души. Ох, и дали же в пятницу эти жару. Я напомню, работу он ненавидит. В понедельник уволили эту пару, и в Перу полетел он работать гидом. Там у озера домик с одной кроватью, а пейзажи вокруг, ну, как будто с картинки. Она водит теперь на озерах катер, он читает туристам легенды инков. Тихий и одинокий перекресток встретил человека в час ночной. «Добрый вечер, заходите в гости». «Нет, спасибо, я иду домой». «Ясно, ну тогда идите с Богом, вам направо, к тем идти домам. Все вот так доходят до порога и меня не помнят по утрам». «Проходи, я жалостлив к прохожим, я для этого здесь много лет. Пусть тебя волнение не тревожит, что пути увиденного нет». «Этой ночью в городе пустынно, спят многоквартирные дома». Вот и ты, порядочный мужчина, не тревожишь городского сна. На распутье перекрестка тускло, замер в ожидании проспект. Пусть на вывесках потухли буквы, пусть от фонарей обманчив свет. Тихий перекресток не для грусти, он бескрайний, ширь и по длине. Он тебя обнимет и пропустит, хлопнув на прощание по спине. У меня есть талон в поликлинику. Видно, вот оно, прошлое бурное. Я достал окружающих лирикой, а вокруг все поют нецензурное. Мол, вся правда в обсценной лексике, и певцы нужны яркие, борзые. А любовь твоя так кексики, а природа кисель розовый. И поют с подростковой бравадой, накурившись фруктовыми сишками. Та девчонка с черной помадой и пацанчик с худыми лодыжками. Ну а я вот из жесткой цензуры расскажу про дворового брата. Умер в 20 с утра от хмурого и без всякого там мата. А девчонка стоит ботаничкой и кричит в оцепление гады. Из подвязанной шапки косички и не крашена черной помадой. Но коль надо, простите, дамы, есть водительский опыт богатый. Так могучим насыплю в Панаму и уже, как вы поняли, матом. А потом я поеду на вечер, может, Карсу, может быть, Грише, и стихи прочитаю про речку и про в небо влюбленные крыши, и прическу поправлю на бок, чтоб не видели стрёмного шрама. Жалко только, что мало бабок, но была бы довольна мама. В природе цепочки и связи, взаимообмен и зачет. Допустим, любая зараза какой-нибудь смысл несет. Медведь добывает лосося и ест его сразу в лесу. Скелет разлагается в фосфор, который питает листву.
Листва синтезирует воздух, которым полезно дышать. Дыхаем его через ноздри, а после ложимся в кровать. В кровати имеем задание продлить человеческий род. Не зря ж мы недавно вдыхали рожденный листвой кислород. Потом появляются дети. Не знаю, как все здесь срослось, но классно, что есть на планете деревья, медведь и лосось. Спасибо. 98-й, парк Сокольники, 7 утра, через час на экзамены. Я нащупал в кармане 2 стольника, а девчонки уехали с мамами. Встретил друга, купили армянского. Да может, ну этих девок и знания, и под песенки арестантские мы на дачу шизгарим в Духанино. По дороге заехали в Водники, сиганули с моста там железного. Подтверждаю, в движении зожников ничего не бывает полезного. Нынче я в разукрашенной маечке, доча все мне заляпала красками. Видно, станет художницей Варечка, это бестия с круглыми глазками. Этот Хэтфилд в намокших подгузниках, Оззи Осборн с фруктовой агушею. Да вы вообще все не шарите в музыке, мы Шаинского вечером слушаем. Но, как только уснет непослушная, у меня коньячок там в кофейнике, я включу сектор газа в наушники и танцую на кухне в семейниках. Спасибо! Спасибо! Бурные аплодисменты Сабе!